Всем привет, ребятки! Сейчас очень популярно на ютубе записывать лего тачка на прокачку в Брикрикс. И мы сегодня вместе с Серегой и с Леней также решили записать что-нибудь вот такое вот подобненькое. Да, ребят, всем привет! Привет! Вот такие вот мы сегодня решили камазики прокачать, протюнинговать. Офигенные! Не нужно, пожалуйста, писать в комментариях типа «Фу, плагиат, снова отписка, дизлайк». Реально надоело вот это вот все читать. В Брикриксе, да, много идей, иногда мы свои идеи записываем, иногда с других каналов берем, и их вам по-другому совсем показываем. Плагиат просто это... контент, понимаете, типа да. Он вроде одинаковый, но подача разная. Подача разная, это не нужно писать плагиат, смотреть, это интересно смотреть. Если 10 ютуберов запишет, не знаю, там, какой-то один видосик, то у каждого это будет по-своему, так что не нужно писать вот этот весь бред, просто я угораю, например, когда читаю. Все, приступаем к прокачке, подписывайтесь, ставьте лайки. Если будет поддержка от вас, много комментариев, много лайков, много просмотров, мы обязательно еще продолжение запишем. Вот такие вот оранжевые сегодня у нас будут камазики, крутые. Все, погнали прокачивать. Как там, Pimp My Ride, по-моему, да, называется? На MTV программа. Все, поехали. Знаю, погнали, короче, прокачивать. Все, мы готовы прокачивать. Испытания, да, у нас ребят, также еще будут, давайте. Наших машинок. Гоночки, кто быстрее, кто первее, кто маневреннее, кто более управляем. Потом дерби, потом перестрелка, ну если мы это, конечно, пушечек навесим. Испытания на прочность, то есть краш-тесты, аварии будут. Ну и еще вроде все, да. Вроде я все сказал. Надо, короче, подумать, типа, что вообще тут, да как улучшать в нем. Не, ну я, в принципе, понимаю. Так, ну ладно, все, не я будем тоже понимаю. Смотреть на это все дело. Я вообще впервые с вот этим всем занимаюсь. Вот Леня у нас, кстати, продвинутый. Так. Да, Леня у нас прям мастер. Так. Я не понимаю, что-то как. Так Брик... что, возможно, у него будет лучше всех сделать. Я вообще не знаю, с чего мне начать-то. Так, возможно, давайте начнем мы, наверное, с колес. Я с кабины начал. А, ну, в принципе, тоже хорошая идея. Я с колес начну. Я начну с кабины, короче, прокачаю эту часу ее полностью. Так, то есть мне сначала нужно удалить вот это колесо, я понял. Так, а вот это вот, как там поворачивать его? А, вот все, разобрался. Так, вот. Так вот. Так, нужно какие-то, наверное, побольше колесики ставить. 4 на 2. Мне кажется, надо немного кабинку закрыть. Она какая-то слишком открытая в нем. Ну, бронированную, да-да. Я тоже, наверное, сделаю. Какую тему крутую сделаю? Наверное. Вот, я протюнинговал. Колесики 6 штук поставил. Ну, давайте испытаем. Вы что же испытываете немножко хотя бы? Ну я пока еще не особо такого ничего не менял. Я тоже. Так, нужно будет теперь передние колеса закрыть. Ну, кстати, КамАЗ не такой уж-то и медленный, я вам так скажу. А ну-ка. Нужно будет сделать... Лёня, если сделать вот эти вот оси стальными, они ж меньше будут, да, разлетаться, а колеса отлетать. Как сделать, чтобы они не отлетали вообще? Я вроде видел там вот машинки всякие, они даже не разрушаются. У них колеса не отваливаются. Вот я сейчас прыжок сделаю, посмотрим, что будет. Не, отвалились, да, дико колеса. Еще одни испытания моего КамАЗика. А ну-ка. Ну да, кстати, лучше он стал, слышите? Намного. Прям намного? Ну, по управляемости получше стал. Ну все, сейчас займемся защитой и вооружением. Вооружение сейчас я буду ставить. О-о-о, чувствуем попец. Сейчас может слагать. Окей. Да. А, не. А, хотя да. А, не, а, да. Не-не-не, подожди, не-не-не. Да шо ж ты, чё ты эту деталь выделяешься? Во. Не вот это надо, ну-ка, если... Эй, не та. Не та. Как сложно, на самом деле, ставить колеса. Блин, какого... А, ну типа вот так вот. Ёп. Не. Отстань от меня, чувак, какой чувак. Деталька, в смысле. Так, а пушку сюда еще смогу поставить? Да? Ох, вам теперь реально задница. Пушки тоже не забывайте навешивать. Да уже давно. Лёня, даже и просить не надо.
А типа, если еще ствол понял делать на пушку, не просто типа вот эту хреновину пинил. А тогда снаряд лететь будет лучше. А, ну все, окей. Траектория. И заодно мы типа, я сделаю этот. Как его назвать? Типа, ну я понял, типа таранчик, тараны такие спереди. А чем отличаются баррель? Вот и, короче, баррели все, чем они отличаются? Так, это пулеметный, это у нас пушечный. Это типа гладкоствольный какой-то. Может, гладкоствольный. Они ничем не отличаются, кроме внешнего вида. Вот это просто охренеть. И, а кстати, вы делаете так, окей, сейчас удалю, вы делаете так, чтобы надпись КАМАЗ осталась, чтобы, типа, это, все знали, что это за машина, просто, типа, тюнингованная. Охренеть, это так у меня пушечки теперь тут. Хоть у меня машина выглядит некрасиво, но для дерби она просто подходит изумительно. То у меня тоже не прямо чтобы красиво. Не, у меня тоже машина не особо красивая. На любителя. Не, динамическая очень важна. Сейчас мы ее такую забахаем. И то она один раз работает и все. А твоя машина не поворотлива. Да похрен. Все, наши вот такие вот офигенные машинки готовы. Вот она, Серегина машинка. Вот такой вот КАМАЗ у него. Ну, да, у меня именно КАМАЗ. Что-то наблюдается. Кстати, пишите в комментариях оценки наших машинок. Типа там Серега там 10 из 10, потом у нас идет Леня. Посмотрите, он тут сделал. У меня Леня ЗТП хуже другого. Не, у меня нормально. Он сделал циркулярки. Посмотрите, какие циркулярки охренительные. Он сделал круговую пушку. Ну, достаточно все круто. И вот моя машина. Вот, я спереди поставил такие специальные, типа, копья, чтобы ко мне не смогли противники подъезжать. Сделал я динамическую защиту такую вот. Ну, динамическая, она как бы взрывается, но у меня типа, ну вы поняли, да, противоаккумулятивные экраны, типа такие я сделал. Противоснарядные экраны и плюс вот основное бронирование идет. Ну вот таким вот образом я сделал кабину, нахрена вы меня убиваете? И три пушки. Я уже знаю слабое место Славика. Ну, естественно, они есть как бы. Зачем тебе динамическая защита там, где она не надо? Ну давайте вот начнем с гоночек. Кабину давайте с гоночек мы начнем. И первые гоночки у нас с Серегой на скорость. Раз. Да, ребятки, будем проверять два, скорость. Поехали. Три. Надо было мне эти, блин, так, турбины ну, поставить. Не, ну ты быстрее, я вижу уже. Да что ты, Серега, да, не особо. Так у меня, посмотри, у меня машина и бронирование. И намного опаснее. Что ну, ты вообще какой-то себе медленный? У меня он просто более-менее управляемый. Да подожди, я очень широкий. Я очень широкий. Мне тут еще надо проехать и не врезаться. Не вошу. Едем аж до колес. И врезаемся. Блин, я еду сотку, Славик. Я еду сотку. Я 130. Мне даже не заносит. А меня тоже. 140. Я аккуратно еду. И я на надо нажимаю. Ну километров, я думаю, 170 где-то так разгоняюсь. Но это максималка. 120 я еду. У меня максималка 120. У меня уже почти 160. Все, я первый приезжаю. Да я вижу. Так. Хренакс. И я врезался в колеса и похрен, и дальше поехал. Сколько там? На 50 километров, давай примерно на это больше едешь. Где так? Динамическая защита спасает от всего, от переворотов и от всего. Ну, динамическая, в смысле, экранчики. Так. Тоже врежусь. Ты умер. Двигло надо было бронировать. Так, давайте теперь гоночки с этого, по кругу, короче, с контрольной точки. Давай по кругу. Погнали. Так, все, поехали. Так, давай, поехали. Нужно нам... Можно буду стрелять? Не-не-не, это гоночки у нас не такие. Ну окей, давай. Гоночки на скорость 100 первее. Ну это я понял. Один круг проехать, как обычно. Да, один круг и все. В дерби мы будем тараниться, а вот в лего-битве мы уже будем стреляться. Ох, это будет прикольненько. Ну и потом в итоге мы друг другу оценки дадим. Ну и потом мы, естественно, посмотрим зрительские оценки. И уже в следующей серии вам скажем полностью вот, да, результаты. Да, кто победил. Так что, если вы хотите продолжение, давайте много-много лайков наберем. Раз, а во-вторых, ну если хотите узнать оценки зрительские. Что ты, Серега, вообще отстал от меня дико? Ну, жить, я еду 120. Да, блин, я 120 на повороте как бы, еду. Типа... Я специально сделал колесики по бокам, чтобы не переворачиваться. Плюс экраны помогают входить в повороты. Так я тоже не переворачиваюсь. Не, ну, охрененно я сделал. Мне прям нравится.
Я только немножечко дрифтить. У меня колеса там что-то лопаются. У меня спереди обычные колесики. У меня с колесами все нормально. Сзади из Драгстера. Не, у меня все обычные колеса, и они довольно-таки офигенно справляются со своей работой. Они охрененно ездят, охрененно входят в дрифт. Видишь, я сделал... Вот эту я коробку сделал, ну типа закрытую. Она помогает мне не переворачиваться. То есть я еду и нормально. Но в следующий раз мы, скорее всего, будем уже делать, ну, тюнинговать эти легковушки. Вот там реально можно будет такую динамическую сделать. Да, мне коробок. Кажется, будет поинтереснее уже. Коробок вокруг машины можно будет сделать. Ну, это не особо уж-то интересно будет. Да чё, зато оно спасает. В Лего-битве это то, что надо. Еще можно будет сверху башню прихреначить. Ну, кстати, да. Я вот еду еще вообще просто без одной потери. Я, ну, мне там пару деталек поотваливалось. Ну, там они такие особо даже и не нужны. Ох, я еще и на кочке только же выпрыгнул. Офигенно, ты видел бы. Это было топово. Надо было мне немного двигло, конечно. Ой, же улучшить. Ой, у меня один экранчик отвалился на повороте. Так, главное не срезать. Эй, что у меня с машиной? Едь давай. Кстати, у нас еще вообще по одной жизни. Перевернулся, все. А, да? Да. Окей, все. Переспавниваться нельзя. А у меня колеса пробитые что-то, и все, у меня машина вообще теперь не едет. Ты меня, по-моему, вообще догоняешь. А у меня все хорошо. Я спокойненько себе еду. Вообще прям ни одной детали даже мелко не отвалилось. Не, у меня экран валяется. Я прям как еду, вот, ну, как ехал, так и еду. Аккуратненько, не спеша. Так сам сказал, что переспавниваться нельзя. Ну я не переспавниваюсь. Блин, ну офигеть, как она круто входит в дрифт у меня. Правда, в качестве, о, не в качестве, в плане дизайнерского такого, да, в плане дизайнерском, ну что-то машина не особо выглядит. Но зато она прочная. Прикольненько. В принципе, так выглядит своеобразно, похоже на носорога с зеленым рогом. Да ну капец, что у меня со, с колесами, со скоростями с этими. А эти не дам проехать. Так, ну... Срезать нельзя. Не, можно немного, чтобы тебя обогнать. Ну блин, зря, ну Сойк, отъедь, ну это ж тебе не дерби, блин, на тебе. Можно. Все поломал. А мне пофиг, я тебя все поломал. Еду дальше. Падла. Так, отлично. Ну, ну не, Сойк, реально, ну хватит стрелять. Да ладно, не стреляй, я не по тебе. Если будешь стрелять, я с тобой больше играть не буду. У меня есть пушка сзади, смотри. Да я видел. А, попади по мне. Все равно ты, наверное, победил. У меня колеса. Да не, я по тебе не буду стрелять. А я по тебе стрельну, пожалуй. Я не хочу назад. Да не надо. Я не хочу назад тыкаться. Мне бы, я, блин, турбинку хотя бы одну. Ага, размещал. У меня колеса просто будет. Вообще все пораздутые. У меня колеса все нормально. Я себе поставил охренительные колеса. Ты их остальными сделал или нет? Да. Это дело, у меня сами колеса так, целые. Тихо. Вот это только что был такой, короче, жесткий дрифт у меня, я еле с него вырулил. И дальше поехал. Нормально. Давай, едем. Ну, мне кажется, тут я, в принципе, уже победил. Ну а да, ты, я думаю тоже, ты победил. Из-за колес. Да. Из-за твоих. Аук, я переспавнюсь, окей? Вот, все, я переспавнился. Так ты мне ну, что-то выгонишь сейчас. Колеса просто, реально. Вот я попытаюсь тебя догнать. У тебя охренеть какая фора, посмотри. Ну да. Я уже прям на завороте вниз. Но я тебя, наверное, самое главное, мне не допынуть и не перевернуться. В самом конце. Это будет жестко. Вот все, я переспавнился, хорошо, прям не еду. Ну, у тебя, в принципе, еще есть шанс. Нету. Ты уже сильно далеко. Если бы я раньше это сделал. Блин. Тихо. Мне носит жестко. Выруливай. Давай. А я специальные стабилизаторы что поставил. Не знаю, я вырулил нормально. Она мне, как бы, типа, понял, носится, но не переворачивается. То есть тебе просто она вилять начнет. Ну, я уже приехал к финишу. Да я тоже рядом. Ну ладно, ты да выиграл. Ну, все, можно даже ничью, но я быстрее, в принципе, знаешь. Ну, по кругу, ладно, да. Возможно, ты победил. Ну, я же победил. Ну ладно. Ну ладно. Мне все равно ничья ли. Таня тоже, но ты победил, ты первый приехал. Вот я здесь. Да вижу тебя уже. Но! На тебе. Хрень. Блин, я промазал. Но! Я тебе экранчик думал. Я уже хочу прям воевать. Давайте мы к дерби приступим. Все, поехали. Пришло наконец-то время дерби. Все, поехали. Да, погнали. Без пушек. Поехали. Нельзя использовать. Окей. Так. Все. Да, я мощнее.
Блин. Ай, тихо. Блин, ты гадские отлично. Баки! Ничья. Вот нахрена ты их оставил? Надо было удалять. Но вот именно для таких случаев. Да ладно, сейчас я тебя в лоб затараню, да и все. 1-1, играем до 5 очков. Так, отлично. Так, да ты, все, ты сдох. Я живой. 2-1. Блин, ну ты загорелся, ну ты загорелся. Нет, я не загорелся. Я стальной, как я могу гореть? Жалко, блин, надо было баки реально удалить. Я что-то тупанул, забыл про них. Ну, надо. Окей, ну давай лоб-лоб. Все учитывать, давай. Лоб-лоб. Я тебя просто своими рогами прокалываю. Как пакет забыл, какой-то. Ну, это охрененно выглядит. Это охрененно наоборот. В том-то весь и прикол. Так, я придумал, что. Я использую свои вот эти вот копья по назначению. О, правильно. Пошел нахрен. Правильно. Блин. Ай, что за хрень? Ага. Че ты по. Я колеса пробил. Пока. Блин, я упал. Все-таки. 4-1. Окей. Ну, я придумал, как тебе ломать твои вот эти копья. По сути, ты еще ни разу не выиграл, даже первый раз он такой посредственный. Потому что мы там вдвоем сдохли, и то от твоих гадских баков. Так, давай, машинка. О, отлично. Я тебя разламываю. Есть, я тебя разломал просто всю машину. Я так. Еще еду, подожди. Не-не-не. Ты еще не всю машину ты сломал. Ты не едешь уже. Все, умри. Не всю машину умри! Сломал. Опять баки. 5-2. Ладно, давай финальный. Давай финальный. Так что, все равно я победил. Да ну и что, все равно это весело. Так, тараним тебя. Ну, взрывай меня. Ай, блин, нет. Не так все просто. Так, с этой стороны. На тебе. 6-3. Баки офигенные. Давай, вот. Пока один не победит, они. Не, пока один не победит, играем, давай. А, ну окей, давай. А то мы все время вдвоем вздыхаем и сдыхаем. О, правильно. Так, нет, здесь баки. Ты мне надоел уже. Я еще и здание разрушил. Так, давай на вот это здание это перемещаемся. На вот это. Какое оп. Именно? Так, 7-4. Вижу. Давай, давай, все, поехали. Поехали. И то это ничья. Давай, машина, нет, давай. Нет. На фу, давай. Давай, мы бодаемся выжимай, просто выжимай. Топово. Давай. О, у тебя сломалась какая-то часть, давай. Так. Ой, блин, я сломал ты мне вот эту хреновину. Блин, давай, машина, ну чё ты тупишь-то так жестко? Все нормально. Все, мы тебя сбрасываем, наверное, или нет? Непонятно. Нет. Не, сбрасывай потихонечку. Нет, не сбрасываешь ты меня. Сейчас мне, наверное, баки взорвутся. Ты тоже так я думаю. Я прям вангую. Есть! Нет. Я обезглавил тебя! Я кабину просто сбросил. Ну да. Окей, здесь ты уже победил. 8-4, да, 8-4 я победил. Да, ну и теперь победил. У нас лего-битва, будем гонять по городу, пока кто-то кого-то не завалит. Все, приступаем, поехали. Поехали. Все, ребят, мы разъезжаемся с Славиком и будем уничтожать друг друга. Ну что, когда ты недалеко стреляешь, ты... по-моему, я подальше стреляю. Блин, да, ты подальше. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Иди нафиг, я просто Серега. Пушки разместил намного дальше, чем ты. Я их внизу вот. Разместил. Во-во-во, надо сваливать. У тебя там еще и пулемет. У тебя там еще и пулемет. Нет, у меня нет пулемета. Пулемет есть. Что-то такое в меня прилетает. Я не ставил пулемет. Которое даже меня не пробивает. Ну ладно. Это обычно. У Сереги есть что еще и сзади пушки. Да, я тебе еще и сзади поставил пушки. Эй, чё, а как ты здесь оказался? На тебе. Я быстро как бы, типа, ты не забывай, что я тоже езжу не 30 км в час. Я езжу с соточку. Так. Айф, ну в кабину. Отлично. Ладно. Ну, это было изи. 1-0. Было изи. Давай ладно. Еще разочек. Давай, ну естественно. До 5 где-то мы играем. Так, ну, давай так же. Ну, короче, я, ну, так же. Да, спаунся. Ну, я уже начал движение. Только теперь я буду ехать куда-нибудь подальше. Или ты прям едешь на меня, что ли? Я на тебя прям еду. Ну ты, блин, более дальнобойный. Что, мы вот здесь вот завернем? Ты завернул, значит, да, у нас? Да, башню в следующий раз я обязательно сделаю, или хотя бы вращающуюся пушку. А то тяжко. У меня спереди только вооружение. Ну, я ПТ-шка такая. Не, спереди, сзади. Хорошо бронированная. Везде. Ой-ой-ой. О, динамическая спасает. Надо бы раньше стрелять. Панул я. Я знаю, где ты находишься. Да, я тоже знаю. Где ты находишься? Выезжай, подлый трус, я тебя вижу.
Привет. Угу. Ой, дом, дом, угу. Дом, надо аккуратно. Сейчас я сам на себя его свалю. Ай, блин! На тебе. Ну сзади, да. У меня сзади пушки. Я не забыл. Я просто хотел динамической танкануть. Это топовая тема. Динамической хотел танкануть, но нет, не смог. Так, давай еще раз разъезжаемся. В следующий раз увидите, буду знать. 2-0, 2-0. Буду знать, что нужно вооружение размещать в башне или еще где-нибудь. Это было прикольно, это было очень прикольно, такие оп-оп-оп. В следующий раз вообще эту кабину, блин, я где-нибудь в середину куда-нибудь засуну, а не впередок. У меня вообще перед не защищен получается. Дерби, да. Я перед более-менее укреплял, но мне кажется, у них сало помогает. Я еще и баки забыл убрать. Вот в чем вся проблема. Так. Я знаю, где ты едешь. Да, я тоже знаю, где ты едешь. Так, у тебя пушка, по-моему, не такая дальнобойная. Тебя... Они вообще не дальнобойные. Ого. Yeah! Блин, попался. Ты еще так загорелся, ну это из-за баков. Да, ты взорвался. Ну, да. 2-1. Так, давай еще разочек. Давай, может, до трех поиграем? Да нет, давай до 5. Я думаю, зрителям будет веселее. Окей. Давай до 5. Смотреть такие бойни. Я просто хочу еще и отыграться. Ну это понятное дело. Ну, короче, чтобы я понял, условия, мне нужно в маневренном бою особо не участвовать. Нужно быстро атаковать. Тогда я тебя спокойно выиграю. Тебя больше на дальних дистанциях и на маневрах на всяких. Тормози. О, деталька одна отвалилась маленькая. От маленький тебя? Кусочек. Да, кубик. Не, у меня все нормально пока ж. Так, где же ты? Где же ты? Ага, я знаю, где ты. А я нет. Такое, примерник. Вот здесь вот. И слева от меня. Эх, самое главное сейчас... предугадать. Да нет, ты меня уже не предугадаешь, я уже такую хрень придумал. Я вижу где-то. Ай, блин, вон он ты. Да не попадешь. Хотя, кто тебя знает? Ого, спасает динамическая. Ну куда ты поехал, ты? Монстр? Монстр? Франкенштейн. Я куда поехал? Ладно, переехать я тут не смогу. Это не понимаю. Сможешь. Ой-ой, везет, не везет. Нифига ты, ты есть! Не... Ну иди ж ты нафиг, а, блин. 2-2. В кабину прямо. А, она тебе вообще не защищена, машина. Пофиг то, что она из стали даже. Нравится. Вооружение единственное, да, у тебя получше размещено. Но у меня броня, видишь? Ты меня... Да, бок... давай. Если бы я сделал полностью бронирование, как я задумал изначально. Поехали. Поехали. То ты бы мне вообще даже не смог бы нормально убить. Просто я тупанул, ну, и да. У нас время же закончилось. Надо точно. Было вперед еще. Нет, все, тихо, сворачиваем нахрен. О, спасла снова меня броня. Постоянно она меня спасает. Ты мне постоянно в нее попадаешь. Ну как бы типа это круто. Угу. Это работает. Так, 2-2. Серега, тебе очень просто предугадать, хотя у тебя вооружение выше, блин, тихо. Отстань от меня. Я кое-что придумал, я за такую на тебя еду. А ни хрена ты мне не сделаешь. Ну ладно, блин. Сделал. Чё, мне прикол, смотри, ты прикольно. Мне чисто кабину немного разрушил, она мне даже целая полностью. Да, я знаю. То есть, я в принципе, у меня только разрушил. Чувак, да, и сам чувак вздыхает. У меня офигенная машина. Ты, если сядешь в ширину кабину и в тебя там херну с такой пушкой, мне кажется, ты там тоже переломаешься весь. Да не особо. Все, погнали, 3-2, пока что выигрываешь. Если бы я что-нибудь наперед бы установил, или хотя бы по бортам, это бы намного бы, короче, бы лучше намного. Просто времени надо больше, мы и так целый час убили на это. Мы целый час, да, кстати, строили долго. Так, ну 3-2 ты пока выигрываешь. Что случилось, алло, с машиной? Походу прикрик забакался. У меня машина еле 30 едет. Колеса, может, пробились. Переспавнился. Так я переспавнился. А, о, все, набирает обороты. О, я знаю, где Славка.
Да я тоже знаю, где ты. У меня ник как бы отображается. А, да? Блин, чиняк же ник отображается, точно. Ну иногда, не всегда. Ну, когда далеко, а вот, все, я тебя вижу. А я тебя нет. Ой, блин, тоже вижу. Я хотел на борта вооружение установить, почему я не установил? Да, да, переспанься. Да я немножечко взорвался по своей тупости. Да, да ты что ж ты делаешь? О-о-о. Прости. А вот мне, наверное, нет смысла на тебя ехать, так как у меня кабина полностью открытая. Сейчас сделаю так. Быстрей. Ага, ты успел уехать. Ты меня сейчас мог на изи вынести. У меня кабина была открытая, когда я выезжал. Блин, были бы вы немного у меня повыше пушки. Блин! А, не стопэ, а чего я умер? Я уронил здание на тебя. Пушки были бы слегка выше. Тебе просто повезло. Здание уронил, это топ так. 4-2, ладно, давайте финальный. Последний раунд, давайте, ваш раунд. Ну в бою, ладно, из-за вот этих всяких недочетов моих, ты из-за этого и побеждаешь. Ну только из-за этого. В следующий раз тоже буду делать себе такую укреп машину, знаешь. Все, короче, топовый. Я просто вперед еду, да и все. О, спасла. Зря. Меня защита. Блин, ну в кабину. Все. Гадская кабина. 5-2. Изи, я выиграл. Ну у меня броня охренеть сколько раз спасла. Вы бы видели. Ну, да вы и так, в принципе, видели. Ладно, в принципе, на этом все. Вот такая вот у нас новенькая рубрика. Вот. Если вам нравится, ставьте лайки. Да, подписывайтесь на канал. Нас. И не пишите обязательно комментарии типа сплагиатил, отписка, дизлайк. Все. Много-много лайков. Давайте с вас еще будет вторая часть. Pimp My Ride. Всем пока-пока. Пока-пока.